Приветствую, дорогие друзья, с вами Эдгар, что в вашей душе станет немножко теплее с игрой Cards. Это карточная игра по мотивам Второй мировой войны. Как много изменений, ладно, не будем их смотреть. Большое спасибо за этот текст. В общем-то, она весьма классическая и максимально напоминает Hearthstone, если вам, скажем так, проще. Так, как бы нам звуки немного пониже сделать. Музыка-то нормально. Громкость эффектов. О, господи! Красное знамя! Что же дружный отряд добавляет случайный отряд той же нации на 2 кредита дороже. Дружественный. Такое прям. Бей своих, чтоб чужие боялись, называется. Жалко, здесь, конечно, не пишут, какие карты новые. Нужно будет заходить. А, кстати, что за сундучок? Вот этого я, кстати, уже не припомню. Раньше. Но в целом, вроде бы, новых карт я не вижу. Заполнен на 0.6 ящик содержимое. Элитный джокер, особый джокер. Билеты. Хорошо, какой-то ящик. О, господи, алмазы. Джокеры. Да, игра-то развивается, на удивление. Награду за вход. Спасибо. Так, ну что, давайте пойдем попробуем в битву. Здесь есть три колоды, которым я ранее играл. Знаю, что с тех пор... Я давно заходил в эту игру, с тех пор, как прошло, скорее всего, были какие-то обновления. Вроде бы даже я их в Стиме видел. Так что не удивлюсь, если меня сейчас будут выносить. Забавно реализован, конечно, поиск, типа радар. И когда вроде бы появляется противник, на радаре появляется точка. Я, если... Я могу ошибаться, конечно, можете меня поправить, кто... Кто, может быть, знает. Вроде бы это рус от российских разработчиков игра, но опять же я могу ошибаться. Она вроде бы представлена и на консолях игровых современных. Не знаю, где еще, помимо Steam и консолей. Может быть, есть в GOG. В Epic Games навряд ли. Сказать, что мы можем сыграть против ИИ, но за минуту все-таки нашелся противник человек. Такой же курсант, как и я. Так. Жирно. Вот этих ребят оставим. Тут так же, как в Hearthstone, накапливается мана с каждым ходом плюс один. Так что пока стоимость розыгрыша карты это вот в верхнем левом углу вот 3К. Но при этом, чтобы походить картой, когда она будет на поле, это тоже будет стоить. Вот эта вот циферка, которая маленькая рядом с 3К, это как раз будет стоимость того, чтобы передвинуть карту. Ну, разыграл вот пехоту. Нам, в общем-то, нечем играть. Кстати, если не ошибаюсь, это особое поле. То бишь, нестандартное. Скорее всего, он... Его или купил, или получил. Возможно, за какой-нибудь ивент. Игра стоит из трех линий. Вот эта вот полоса линия фронта, когда противник, ну, когда кто-то захватывает среднюю линию, он продвигает. И, соответственно, я теперь уже на среднюю линию зайти не могу, пока не уничтожу его существо. Нанесем 3 единицы урона этому отряду, так как оно, этот отряд уже нас пинает.
И, конечно, этот максимально неприятный тип. Который постоянно бафы получает. Но это тоже неприятное. Тут, собственно, наш герой — это типа условно город. Здесь Сталинград, здесь Данциг. Вот этот парень, если не ошибаюсь, является провокацией. Хотя могу... А нет, наверное, он не является провокацией. Да, вот охрана является провокацией. Этого парня тогда просто поставим. На следующий ход поставим охрану, чтобы защищать наших ребят. Ну да, эта карта, скорее всего, меня вынесет по итогу. Я ее не убил снарядом, когда была возможность. И теперь буду за это расплачиваться. Джули Джей. Ну, кстати, такой забавный ник. На пятерочку. А, еще по поводу колод хотел сказать, да. Что колод формируется из карт двух стран. Здесь у меня, как видите, СССР. И союзные карты — это вроде бы Британия, если я не ошибаюсь. Могу уже ошибаться. Так, ставлю охрану, как и хотел. Бью его. В принципе, тоже как хотел. Ну и больше ничего не делаю, потому что больше ни на что мне не хватит. Как видите, вот, да, вот у них тут, видите, теперь основная циферка изменяется. И чтобы ходить, нужно ее как раз использовать. А, ну тут он убивает. Хотя... Может ли он убить эту карту, не знаю. А может. Здесь, в принципе, знаете, по меркам Харстоуна нужно прям стараться максимально брать преимущество и не отдавать его врагу. Это одна из лучших стратегий. А еще здесь есть такая стратегия, которую я не очень сильно любил в этой игре. Да я до сих пор не люблю. Это всякие... артиллерийские орудия, которые просто стоят здесь и стреляют по твоей базе. С ними вообще ни хрена нельзя сделать. А, это противник еще не походил. Очень долго думал. Ну, чтобы. Он меня здесь насилует, ему нужно подумать над этим. Только защитить. Ну, вот бонус можно сложный хотя бы дать нашему штабу. Скажем так, это отхил. Также еще охрану поставим. Немного постреляемся с этим. Не знаю, что это танк. Это считается танком. То есть я бы это максимум к броневичку бы отнес. Хотя, такой, конечно, своеобразный танк. Тут, в принципе, судя по территории, мне кажется, его делали для каких-то... пустошей или африканских территорий. Помер, но проблема, да, что когда этот начнет нас долбить, вот это уже будет не до смеха. Тоже разыгрывает охрану. Это логично. Так, мы давайте от этой охраны избавимся. Так, ну вроде как хорошо. Так, тут у нас тоже вот есть охрана. Включает блицов против отрядов с эффектом блиц. Блицов, увы, тут нет. Это довольно сильная карта, но у нее свойств вообще никаких нет. Ставим тогда охрану. Это, походу, лучший наш вариант. Постоянно бафы. Блин, это дикая карта. Я что-то, кстати, ее не помню. Вот она новая. Я ее вижу первый раз. Я бы тоже такую тогда бы не против был бы взять. Какая-то имба прям не контрится. Просто делает, что хочет. А, он еще и не получает урона. Вот оно что. Ну, тогда, ну, разработчики, конечно, красавцы. Ну, тогда я, конечно, сам дурак, что не убил ее, но это вообще жесть. Не сильно сподвигает, знаете ли, вернуться в эту игру. Ох, как не сподвигает. Ну, в общем-то, меня здесь вынесли. Будем тянуть.
Вот так вот. Поимели. Тоже первый раз вижу карту. Молот. Значит, 6 урона наземному отряду. Ну, сильная карта, что тут сказать. Без каких-то дебафов плюс еще. Давайте за немецкую колоду сыграем. Может быть, даже против ИИ, когда нам предложат. Потому что игроки, походу, меня будут разносить здесь. Хотя, ладно, подожду минуту. Все-таки, если будет игрок. Не будем искать легких путей, а будем искать пути, в которых мы с ноги получим по харе. Кирзовыми сапогами. Ну или это теперь и есть обычное поле. Оп, типа, зато посмотрим на японскую колоду в действии. У нас все мелкое, так что, в принципе, мы берем. Трук. Тап. Да, чем хороши япошки, конечно, тем, что они просто спамом занимаются. Приветствую как друга. Да, вот можно общаться. Мы просто разыграли, потому что, ну, хоть что-то разыграть. Потому что такая парень, когда пройдет, в принципе, мы сможем от него избавиться. Хотя не сказал бы, что это прям для нас супер выгодно. Потому что отряд полностью восстанавливается. Это, кстати, хил отличный. Основные танки против двух атаки в течение этого хода. Ну, это, типа, временный баф. Так, кстати, блин, да, не то сделал. Сделал не то тут, да, кстати, у немцев, у меня, как видите, американцы в союзниках. Скорее всего, самолет сейчас потеряю. Или он не мог самолет атаковать, ну, допустим. Видишь, чтобы ударить самолетом, все, я отвык от этой темы. Мне нужно пожертвовать двумя очками и, допустим, не ставить никого. Но вот этот 980-й полк, он просто очень мощная карта. Я помню, когда вот сражался против немцев и видел эту карту, я сразу понял, что, блин, нужно собирать колоду Германии. Потому что она определенно будет очень сильна. И особенно, когда вначале я вот играл, да, собрав колоду с этой карты. Карту просто ставишь, и она прям, ну, очень хороша. Мы, кстати говоря, ее передвигаем, потому что нам нужно будет тоже самолетик вражеский уничтожить. Видите, тут, как видите, когда, кстати говоря, я навожу на вражескую карту, у меня появился черепок. Это значит, что моя карта погибает. Или один, то бишь, даже атакуя вот эту вот технику, моя карта получает ответный урон. Весьма неприятно. Конечно, да, вопрос. В принципе, можно еще одно эту раз поставить. Самолет, в принципе, уничтожит мой самолет, и я хотя бы буду чуть-чуть лидировать по количеству карт. Ну, пока что на данный момент лидирую. Так, моя пехота выдвигается в сторону города противника. Ему везет на самолетике со старта. Сейчас он, само собой, уничтожает мой. Мне кажется, это 100%. Нет, странно. Блиц. Уничтожение, добавление на линию поддержки отряд легкой пехоты. Когда отряд уничтожается, то бишь он призовет отряд один. Интересно. А я могу сразу город бить? Я могу. О. Ну блин, ну я считаю выгодным тогда его самолет уничтожить. Да, эти, кстати, самолеты с предсмертным хрипом. Чем хороши японцы? У них очень много карт, и по сути у них можно чисто колоды на вот этих вот хрипах собирать, и это очень читерно будет. Так, давайте похилим. Давайте. Чего не мог? Чего-то не мог поставить. Давайте хиляем наш отряд. Таким образом, я считаю, мы опять же все продолжаем удерживать линию фронта и продвигаться к штабу противника. Тут баф получил, но пока это незначительно. Вот это неприятно. Наверное, самолет не уничтожит, да? Отряд поддержки. Странно. У него сейчас ноль, он не может ничего сделать. Он бы, конечно, самолетиком бы не против побомбить еще мой штаб.
Он пока этого делать точно не будет. В принципе... А, мой ход уже. Ну, я тут, конечно, тогда вот делаю так, вот так. И в целом, наверное, не знаю, надо ли мне штаб его атаковать. Те отряд на линии фронта дает им один... Блин, ну это, кстати, очень мощный баф. Понятное дело, почему я его взял. Давайте, наверное, так и сделаем. Забафаем. Бафают только карты вот эти, на средние, получается, линии. Остальные баф не получают. В принципе, мы пробуем удержать наше преимущество. Если у нас это сейчас удается, он не выставляет какую-то дичайшую имбу. Это вроде имбой не выглядит. Он, конечно, карту поставил, окей. Тоже пока так себе. Пока он просто сливает, хочет хоть что-то сделать, так понимаю. Так, что мы дальше имеем? Стук. Тяжелую броню. Ой, блин, еще есть тема брони, да. Танк. Всех дружественных на полностью устанавливается. Возьмите карту. Блин, вообще всех? Я просто давно серьезно не играл. Охренеть. У, друзья. Походу мы будем делать тахен-тахен. Серьезно? Я просто сейчас на халяву буду тебя расстреливать. Надо ли мне что-то разыгрывать? Даже не знаю. Даже не знаю, друзья. Воздушный. Но пока воздушного, кстати, нет. Давайте, наверное, все-таки, конечно, что-то разыграем, я так думаю. Блин, ладно, разыграем. Это тоже, конечно, такой момент, типа, вот в отличие от Хардстоуна, сильное отличие, это разыграть карту или ударить противника, кстати. Ник The Admiral, ну, по-моему, максимально такой крутой ник для подобной игры. Вот в рамках подобной игры это, конечно, безусловно, десятка. А за то, что вот бомбами кинул, понижаем тебя до 9 баллов. Вот так вот. Сам себя свинью подкинул, дружочек. Так, стреляем, стреляем. Стреляем. Если нам чем-нибудь добить? Кажется, нет. Если тут блиц у кого-нибудь, тоже нет. Ну, давайте просто жирный танк поставим. Посмотрим, что будет делать адмирал. Так, ну он имеет блиц, но что-то как-то так себе. По-моему, это поражение, адмирал, дружище. Я даже не буду ничего разыгрывать уже. Не мучить себя. Уж первая победа. Какая-то монетка. Раньше такого я не припомню. Тут 10. Новый уровень. Дает карту в бонус. Кстати, новая карта. С огнеметом. Блин, жесткая. В плане того, как в реальности это выглядит. Ну, в целом, для ранней игры, конечно, для мелочи всякой. Чтоб, типа, знаете, давить всякую мелочь. Давить и уничтожать. Так, давайте разыграем еще одну игру. То пошло. Я, пожалуй, сыграю за тех, кем я победил. Все-таки хочется как-то более-менее получше, скажем так, выступить при записи видео. Вот у них есть канал в Дискорде. Вот это вот поле, я помню. На нем я все время играл. Вот это вот стандарт. Тупо стандарт. Кстати, походу против Британии будем. Ну ты за пятерочку нам точно пока не пригодишься, мне кажется. Ну, спасибо, дали за шестерочку. Ну, кстати, это уже в рангом выше меня, Энсин. Талманчроуч. Так, Никс. Перевода не знаю, звучит так, на балла 4. Не больше. У нас нет мелочи, чтобы спамить начать. Поэтому, в принципе, пропускаем ход. На второй ход у нас есть вот этот парень. Ну, мы просто разыграем его, чтобы разыграть. Как видите, у него мелочь-то как раз есть. В отличие от нас. Поэтому, чтобы хоть как-то ему противостоять, мы сыграем этот танк. Что это у нас за танк? Панзер 35Т. Ну, это, кстати, очень мощный баф. Он, правда, поздновато был. О, кстати, я как-то золотую даже смог карту разыскать. Пока ты на поле боя, ваш штаб
получает эффект дымовая завеса. Но это мощно, это мощно. Проблема, что, конечно, этот парень может прийти и раздолбать нас. Так, ну мы, в принципе, разыгрываем, наверное, пехоту или кого? Да, пехоту. В принципе, можно его будет убить даже. Давайте, наверное, да. Хотя, пехота у нас как? Давайте попробуем все-таки сделать вот так вот. Так вот. Либо его убьем с истребителем. Это Mi-BF-109E. А это, кстати, что за отряд у нас? Где-то подразделение Командос. Очень странно, почему я пропустил ход. Либо нечего. А, блин, этот отряд под дымовой завесой, его нельзя атаковать. Вот оно что. Вулкан или Линфронт, возьмите карту. Ну, тогда давайте вот этот, кстати, разыграем. Если мы его передвинем, то сможем карту дропнуть, что весьма неплохо будет, как по мне. Поэтому, мне кажется, он сейчас... Вот это было жестко. А нет. Не будет он занимать линию фронта, но тогда я занимаю линию фронта, беру карту. Так, у него там страж, поэтому наконец-то разыгрываю нашу любимую пехоту с вами, друзья. 980-й полк Вольксгренадир. Нашу карту убрали с линии фронта. Кстати, боже мой, музыка-то княжна заиграла. Чает моих отрядов. Это типа звучит неплохо. Так, мы этого до сих пор, но он, видимо, всегда под завесой. Так, ну давайте от этих избавимся, парней. Вот за 4 ставим. Ну, в принципе, тут, я думаю, слишком даже очевидно кого. Ночной рейд. Хорошая карта, конечно. Опять парашютисты. Это тот... Да, блин, это тот самый... Это та самая супер жесткая. Кстати говоря... Что любят британцы, конечно, делать, это постоянные набафы. У них просто миллиард бафов, набафов. Так, ну... Кстати, если я еще раз его... Ну, он еще раз получает тот же самый бонус. Тогда просто стараемся захватить по возможности, конечно, плацдарм. Ощущения дружеские танки нам не нужны, может. Один ход. В принципе, может, да, не спорю. Наземных отрядов. Боевая завеса мне пока не нужна, как по мне. Хороший истребитель. У него нет свойств, но за 3-4 медь, в принципе, это хорошее. Нет, мне, в принципе, тут урон скорее больше нужен. Поэтому я, так сказать... Я лучше его поставлю ради урона, но тут, мне кажется, он уже меня просто перебафает. Карта у меня больше и в руке... На столе, но на одну, конечно. Но он просто перебафает меня, мне кажется, и все. Колода, она просто идет на забафы. Дикий. Британцы, в общем-то, всегда это любят. Что он делает? Я не понимаю. Может только стража атаковать. Так. Ну давайте. Хотя тут два стоит атака. Давайте вот так вот сделаем. Блин, жалко, что нету... Жалко, жалко. Чуть бафов никаких. Хотя вот этот может, конечно, похилить. Не знаю, кого здесь хилить прям нужно. Так, давай ты атакуешь его. Ты атакуешь его. А, то бишь их вообще нельзя бить, боже мой.
Я, конечно, про эту игру успел забыть много чего. Так, давайте самолетик разыграем и закончим ход. Не понимаю, почему он пропускает ходы. Очевидно, что он сейчас начнет мне жестко отвечать. Кстати, эту карту вижу первый раз. 43-е. Да, ну он может, ну он разъебывает сейчас просто меня будет. Я это уже понял. Так, 4-8. Смотрим подразделение Командос. Засада, ярость. Получение приказа. Ага. Я же говорю, жесткий тип. Что, он охрана, что ли? Так, давай тебя ударим. Что ты мне не нравишься, судя по всему. Да? Так вот, на. Так, там полностью восстановлен. А, полностью восстанавливайся. Ну да, давай так. Ставим тебя, хилим тебя. Полное восстановление. Когда стука наносит вражеский штаб, противник сбрасывает карту. Сейчас он вроде бы не начнет наносить, что как ни крути. Но... Печально, но как ни крути. Сейчас мы ничего. Так, а ты кого можешь атаковать? Только его. Но это бесполезно. Давай тогда просто танк разыгрываем. У нас, в принципе, есть баф для танка хотя бы большой. Ну тут я говорю, у меня просто по бафам уничтожит танк. И то, что этот всегда наносит урон, когда какая-то карта вот эта... Ну, по аналогии с заклинанием Харстования. Это очень... О. И что уж говорить про вот эту вот карту, про этот десант, он просто дико имбовый. Просто дико имбовый. Хила у меня, кстати, нету на танке. Вроде бы нет, да. Понятно. Понятно, что это жопа. Так, кого можем бить? Только тебя. По сути, мы... А, я еще не то сделал. По сути, мы должны... Почему ноль-то? Минуточку, почему ноль? Ну, тут я, в общем-то, да, проиграл. В общем-то. Против дикого... Против дикого ребятенка выпал. О, господи. Выпал в осадах я вот. Я понимаю, что я тут не читаю свойства, но, блин. Я уже просто их и не помню. Бывает дважды заход. Это вот, ба, конечно же. Но я так вижу, немного имбы добавили. Отряд впервые атакован. Да ладно. Остаемся. Такие вот ребята. Походу, кэш. Кэш карты раздают, это да, это мощно. Тактический удар. Мы сидим урон отряда. Отряд она получает 4 единицы урона. Основные поддержки. Ну. Блин. Хорошая карта, опять же. Мне, кстати, отняли звездочку. Ну что ж, друзья, на этом тогда мы и закончим. Вот такая вот игра, с которой я вас хотел познакомить. Может быть, она кому-то из вас приглянется, может, кто-то из нее играл и уже весьма профессионален. Захочет настучать мне в комментарии. Очень сильно, чтобы комментарии, так сказать, были избиты. Потому что я сыграл глупо. Опять же, я в основном хотел именно познакомить вас, продемонстрировать игру в первую очередь. Показать какой-то high skill. В общем-то, в эту игру я и не играю. В принципе, после таких игр большого желания нет сильно возвращаться. Потому что добавляли действительно очень лютые карты, надо сказать. Которые, если ты, я думаю, не крафтишь, то, как и наподобие Харстоуна, будет тебе бобо. А на этом, в общем-то, что надо прощаться. Можете подписаться, поставить лайк, написать комментарий, опять же. По поводу этой игры, может быть, вы ее играли, может быть, она вас заинтересовала и теперь хотите в нее сыграть. И, друзья, с вами еще увидимся. Всем пока-пока.